первый период коротенький, потом период очень длинный, для года, даже всю жизнь. Когда человек говорит, то говорит, говорит, говорит. Вот, многие так что говорят, 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 папа, и бабушка. Вот повезло, как-то узнаешь, что период, какой-то момент, что ну, ты уже все сказал, что надо. И можешь, может тебе повезет, послушать. Я думаю, 50 лет не слушаю. Вот так. Продолжай, я не слушаю. И нимы, и скиклимы, каравай, вот такой вышины, вот такой ширины, каравай, каравай, кого хочешь выбирай, карнавой, нимы, и скиклимы. Ладно, хорош, давай. Я уже выиграл. Каравай, каравай, все работу обнимай. Так как у нас Бог сегодня. Сколько друзей. Обнимание. Правильно, Петрович. Когда человек начинает взрослеть, он сразу начинает стареть. А вы у нас не стареете вообще. Два часа в одном запуске план, потому что я говорю, я собрал, видео разбирал. И два часа, ну это пауза маленькая такая, чтобы успели стол накрыть. Мы все это продолжим. А когда она закончится, я не знаю. Более непредвиденная. Прямо в редакции. Прямо в редакции, в помещении, в смысле, ну в нескольких помещениях, в редакции газеты «Все воспитание». Кто не в курсе, как туда пройти, мы организуем пеший тур поход. Маршруты крутим. Да, да. Ну, может быть, план. Вот. Огромное спасибо за подарки и огромное спасибо за стихи. У меня с прошлых 50-летки набралось на маленький сборничек. Вот таких вот несколько юбилейчиков и все. Еще раз с юбилеем, Володя! Тоже пить молча тоже как-то. Два часа вдохновения. А ты фотография? А теперь фотография, да. А, точно, фото. Фото с юбиляром. Давайте про сцену, а мы встанем. С юбиляром или с юбиляром? С юбиляром. Юбиляр с цветами, чтобы было видно, что юбиляр. Если присвоят фотографию, это мой юбилей был. Фотографии подушку. Профессионалы, где нам все-таки на сцену или внизу, Саша? Что вы посоветуете нам? Конечно, выходите на сцену. Выходите на сцену и не стесняйтесь. Все друзья Владимира Докшина объявляют о том, что нам срочно надо собрать 35 тысяч рублей на издание книги стихов судакского поэта Владимира Васильевича Докшина. Правильно? Да. Правильно. Собираем деньги. Ура! С днем рождения! Да. Обязательно соберем.